эпидемиологическая ситуация в стране до сих пор остается сложной. Россия уверенно держится в первой пятерке стран по скорости распространения инфекции. А за последние сутки в стране зафиксировано свыше 12 тысяч заболевших. Это новый антирекорд эпидемии, побивший показатели весны. С завершением самоизоляции многие решили отказаться от ношения масок и перчаток. Однако, как говорит статистика, это только спровоцировало прирост инфицированных. Сегодня в России свыше миллиона пациентов с диагнозом COVID-19. Поэтому главврач коммунарки Денис Проценко просит общественность не забывать о простых мерах безопасности. Специалист уверяет, медицинскую маску должен носить каждый, причем независимо от самочувствия. «Я верю, что это работает. Работает, если мы все носим», – заявил он в беседе с Тиной Канделаки. 45-летний Проценко просит также не забывать об антисептиках. А вот уже зараженным или тем, кто вернулся из заграничных поездок, по мнению медика, стоит быть очень ответственными. Он вспомнил, что в первый период пандемии некоторые попросту сбегали из госпиталя. Несмотря на высокие показатели заражения, врач уверен, что второй волны эпидемии опасаться не стоит. Тем не менее, говорить о полном исчезновении вируса не стоит. Как, например, не исчез и свиной грипп, эпидемию которого попросту смогли сдержать благодаря вакцине. Что касается COVID-19, то его исследования до сих пор продолжаются. В общем, если будем за собой следить, то у нас в результате определенного количества времени может выработаться массовый иммунитет, заявил врач.